Дорогие друзья, коллеги, сегодня все наше журналистское сообщество отмечает День российской печати. 300 лет с лишним назад вышла в свет первая российская газета. Те ценности, та программа, которая заложена была в названии этой газеты, до сих пор является важным ориентиром для наших журналистов. Называлась она «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившемся в Московском государстве». Поэтому мы с вами сегодня выполняем ту же важную миссию, которую когда-то при Петре Первом первые журналисты, первые издатели нашей отечественной прессы заложили. Мы с вами служим людям. И это самый главный наш ориентир. Если своей работой, своей информацией мы хоть делаем жизнь хоть чуточку лучше на своей территории, значит, мы выполняем свою задачу, свою миссию. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Я желаю вам быть по-прежнему любознательными, по-прежнему стремящимися к освоению новых технологий. Приобретайте новые навыки, читайте много, смотрите широко на мир и окружающих вас людей. Но я уверена, что при всех новациях, при всех новых технологиях, которые вы осваиваете, мы с вами осваиваем, неизменным остается одно главное. Мы должны понимать, зачем мы это делаем. Мы должны служить своей информацией людям. И я желаю каждому из вас не разочаровываться в своем деле, в своей профессии, а развиваться и двигаться дальше. С праздником, друзья!